Классика, рок, джаз, блюз. В цитадели Бендерской крепости звучали мировые хиты и авторские произведения от артистов из Приднестровья и Израиля. Покорила зрителей не только музыка, но и невероятный закат. Песни на иврите, «Червонарута», «Иоанне», «Аллилуйя» звучали на разных языках. Выступили израильский скрипач Александр Кройтер, приднестровский джаз-бенд «ДД Войс», оркестр «Виарика». Молдавская хура под скрипку подняла зрителей с мест. По ощущениям было просто потрясающе. Я выбрал и людей правильных, и музыкантов классных, исполнителей, и с вещами тоже, с произведениями. Мне кажется, мы очень хорошо точно попали, и поэтому реакция была потрясающая. Это историческое место, это знаковое место, это, мне кажется, здесь самая крутая площадка, которая существует, потому что эти стены, это небо над головой, это история. Это все очень влияет на наши эмоции, поэтому мы очень счастливы, что мы здесь. Еще один гость из Израиля – певец Михаил Киркилан. Музыкант играет на аккордеоне, гитаре, пианино, поет на иврите и на русском. И сам пишет песни. Но в этот раз исполнил хит «Scorpions». Репетировали очень сильную программу, потому что действительно Саня Кройтер – это один из, я считаю, ну, один из лучших скрипачей в мире, потому что у нас с ним программа в Израиле течет уже 20 концертов мы сделали сольников, которые продались sold out, и он настолько выверенный в каждой ноте, в каждой детали. Поэтому, как бы, приехав в Тирасполь, с утра до вечера были бесконечные репетиции. Римский-Корсаков написал «Полет шмеля», а Саня Кройтер – «Полет мухи». Такой шуточный подарок музыканта. На концерте был президент Вадим Красносельский вместе с супругой. Подарок для Светланы Красносельской – главная песня вечера «Струны души». Называется, как и весь концерт. Мы сюда приезжаем уже не первый раз. И каждый раз у нас друзей все больше и больше. И мне вдвойне приятно, что сегодня в этом замечательном месте находится глава вашей республики Вадим Николаевич Красносельский, замечательной супругой Светланы Сергеевны. Я бы хотел в лице замечательной Светланы посвятить всем женщинам этого края, Приднестровья, следующее произведение. Выступил и отец Сани Кройтера, Эмиль, известный талантливый аккордеонист, композитор фольклорной музыки. Чувство потрясающее всегда, потому что это мое счастье, мой подарок, когда папа в таком возрасте до сих пор играет, выходит на сцену. Я стараюсь везде, на всех концертах, где возможно, его приглашать. Он потрясающий музыкант, играет здорово, играет классно. И, как он мне говорит, мне достаточно уже не играть, я выхожу как твой папа. Ты меня объявил, и можно уже не играть. Ну и завершением этого концерта стал салют.